Ребята, мне рассказали, что с новым обновлением что-то не так. Если прокачивать ночью своих питомцев, то они багаются. Прямо сейчас мы пойдем проверять, правда это или нет. Перед тем, как мы начнем, у тебя есть возможность выиграть питомца абсолютно бесплатно. Все, что тебе нужно сделать, это подписаться на канал, поставить лайк под этим видео и в комментариях написать свой ник в Роблоксе и какого пэта мечты ты хочешь. Раз в неделю я рандомно выбираю трех победителей, которым и отдаю их пэтов мечты. Не упусти свою возможность и участвуй. Ребята, я вам скажу, что это просто невероятно. Обнова крутая, кто не знает, это обновление, которое связано с новым инвентарем и некоторыми еще изменениями. Это действительно очень круто, но очень странно. У меня это обновление работает, ребята, откровенно говоря, хреново. Если мы посмотрим, что здесь происходит, то вы видите, например, у меня есть питомцы, которые у нас в стаках, а есть питомцы, которые не в стаках. И я только сейчас понял, что у меня 73 бычка. Чего? Я так полагаю, что Adopt Me стакает одинаковых питомцев, которые абсолютно смогут быть с разной прокачкой. И это непонятно абсолютно вообще, как это работает, потому что в этих 73 по-любому есть питомец, который уже немножечко допрокачан. И я не знаю, как это работает, но хотя вот здесь, как вы видите, у меня есть Newborn. Как это работает, я понятия не имею вообще. А, я понял, скорее всего, это работает таким образом. Если у вас хотя бы чуть-чуть заполнена шкала, то ваш питомец будет стакаться именно с таким, у которого тоже заполнена такая шкала. Если же у вас есть Newborn, ребята, который вообще никак не заполнен, тогда они все стакаются уже как надо. Я понял, поэтому все очень просто. Сразу мы видим питомцев, которые хоть как-то прокачаны, и их можно прокачивать дальше. Вот эта проблема меня волновала, естественно, больше всего. Но окей, давайте мы возьмем моего тасманского тигра. То есть у меня остался, что у меня? У меня здесь где-то был прокачан, то есть у меня получается два full grown. Вот у меня реборн неоновый, и какого-то я еще прокачивал. Ну, я так полагаю, что я уже прокачал. Ну, давайте будем продолжать прокачивать моего тасманского тигра. Что у нас, ребята, происходит? А происходит у нас все таким вот образом. Ладно, была ночь, я не успел немножечко, но хорошо. Что мы делаем? Мы, значит, будем сейчас прокачивать питомцев днем и будем прокачивать питомцев ночью. То есть мы будем ждать, когда прокачается ночью. И мы с вами будем сравнивать, что же произойдет с пэтами. Будут ли какие-то проблемы, либо еще что-то. Но давайте будем смотреть. Открываем, ставим, точнее, мой дом и начинаем прокачивать. Надеюсь, что будет что-то очень интересное, потому что я немножечко устал уже от этого. Итак, ребята, мы у меня дома и начинаем прокачивать питомцев. Давайте делаем обычные стандартные вещи. Давайте, чтобы было прям нагляднее, чтобы узнать, может быть, я тоже буду багаться. Мы превратимся в ребенка и будем также прокачиваться. И может быть, багается не только пэт, но еще и мы будем багаться. Не знаю, давайте. Я еще не могу привыкнуть к эквип. То есть мы теперь не то, чтобы с вами, ребята, должны... О, все сбилось? Серьезно? О, нет, ребята, это, конечно, прискорбно. Ну ладно. То есть, чтобы выбрать питомца, нужно не только по нему просто нажать, нужно еще нажать кнопку equip. Это, конечно, удобно, потому что иногда я нажимаю не на того. И теперь мы можем просто, например, посмотреть вообще просто в отличном виде, как выглядит наш питомец. То есть мы можем теперь... Да здесь такие классные карточки, которые мне, если честно, очень сильно нравится. Ну все, смотрите, питомец у меня прокачивается, пока что никаких багов я с ним не вижу. Но будем смотреть, что у нас дальше. Так, кто-то хочет есть и хочет есть у нас тигр. Ладно, так, давайте сейчас обратим внимание, будет ли что-то. Мне писали такие баги. У них могут как-то странно себя вести глаза. Я не знаю, что может быть не так с глазами, но написали, что такое может быть. Ну вот и написали. Окей. Что еще, ребята, написали, какие еще баги могут встречаться? Я не знаю, выдумывал этот подписчик или нет. Может быть, он действительно это все проверял сам, но он сказал, что еще может не двигаться полоска уровня, либо вообще не прокачиваться питомец. Также он сказал, что питомец может телепортироваться. Я не знаю, как это все будет выглядеть, но надеюсь, что мы с вами что-нибудь, да, будем наблюдать. Ночь пока еще не наступила. Единственное, что я заметил, что уже довольно-таки много времени прошло, и у меня, ребятушки, почему-то до сих пор... О, наконец-то. Я думал, что тоже какой-то баг. Я играю на випке, ребята. Возможно, это тоже может как-то влиять.
Но вы, если что, попробуйте также на паблике. Возможно, на паблике будет нормально. Ну, на паблике я имею в виду, где люди играют, не на випке. Остается только ждать, когда у моего питомца появятся какие-то потребности. И надеюсь, что появятся потребности ночью. Он говорил, что эти баги встречаются именно ночью. Поэтому ждем, когда наступит. Ночь еще не наступила, но у меня потребность в еде. Давайте посмотрим, как мой человечек отреагирует на это. Отлично, вот просто огромное спасибо, гигантское спасибо, что теперь все стакается. У меня столько было еды, теперь это умещается всего лишь на несколько строк. Это очень классно. Самое классное, ребята, утоляет голод, кто не знает, это хот-доги. Они просто за раз-два. Раз, кусь и два. И вуаля, мы все, мы уже наелись. Так, у нас кто-то хочет пить. У нас, смотрите, тасманский тигр хочет пить. Давайте попробуем его покормить. Как раз таки из вот инвентаря моего. Может быть, это будет какую-то роль играть, я не знаю. Так, кидаем. И что у нас здесь? Давайте смотрим, смотрим, смотрим. И так, будет ли какой-то баг? Вообще, я баг заметил с его глазами. Посмотрите, у него должны быть глаза треугольные, а так у него глаза круглые. Скорее всего, так получилось из-за того, что у нас было обновление с реакциями, и Адопми одинаковые глаза пихали абсолютно всем питомцам. Поэтому мне кажется, что это из-за этого. Хотя, кто знает. Ребята, напишите в комментариях, вы во время нового обновления, когда прокачивали питомцев, замечали какие-то неполадки, замечали какие-то баги или нет? О, ребятушки, ребятушки, у нас стемнело только что, и наш питомец хочет спать. Давайте быстренько пойдем домой, положим его спать, и должно сейчас начаться что-то интересное. Наш питомец должен будет как-то багаться. Я не знаю, правда это или нет. Надеюсь, что правда, потому что мне хочется на это посмотреть, если честно. Так, у меня сейчас питомец как-то прыгнул очень странно. Ладно, давайте. Так вот, мы пришли. Так, кладем. Давайте сначала мы ляжем. И питомец. Давайте сейчас посмотрим, произойдет какая-то непонятная вещь или не произойдет. Давайте будем смотреть. Так. Так, кто-то пришел. Отлично, еще мой подписчик, ребята, мой спонсор тоже хочет проверить этот баг. Так, со мной все нормально. Почему мне деньги за питомца не дали? Ребята, мне деньги за питомца не дали. Чего? Почему не было вот этих вот денег, которые высыпаются? Хотя вроде дали. Ой, блин, ребята, очень странно. Так, хорошо, давайте попробуем мы поесть. Ой, нечаянно нажал. Давайте попробуем похавать что-нибудь. Опять хот-дог, например. У меня 16 хот-догов. Давай, теперь хотя бы можно посчитать, сколько у нас всего. Это прекрасно. Так, давайте поедим и посмотрим, будут ли какие-то проблемы или нет. Так, что-то происходит. Вроде как нет. С питомцем нашим тоже все окей. Ну ладно, давайте попробуем, ребята, с другим пэтом. Давайте попробуем с какими-то... Давайте возьмем, я не знаю, неонового какого-то питомца. Давайте неоновую сову возьмем и попробуем ее прокачать, ребята. Попробуем дать ей что-то и глянем, может быть, что-то с неоновыми питомцами будет происходить, потому что он не уточнил. Так, ребята, наша сова хочет пить. Давайте дадим ей попить и посмотрим, что с ней будет. Будет ли какой-то баг? Либо это все слухи, либо это как-то по-другому работает. Вы должны это проверить, ребята. Поэтому, как проверите, обязательно под этим видео отпишитесь, чтобы я точно знал, что что-то не так. Но, как видите, вроде все нормально. С совой глаза у нее не светятся, и, в принципе, все нормально.